Если заглянуть в этот или в другой подобный ему квартал Неаполя, познакомиться с его обитателями, станет понятной одна из причин массовой безработицы в городе. В Неаполе, по весьма приблизительным данным, не менее 50 тысяч надомников. Мария Ломбардо выполняет заказы для обувной фирмы, которая, широко используя дешевый надомный труд, смогла до минимума сократить рабочую силу на своих фабриках. У надомниц нет профсоюза, никто не в состоянии контролировать условия их труда, их производственные отношения с работодателем. В любой момент он волен отказаться от их услуг. Сеньора Мария – мастер высокой квалификации, много лет проработала на фабрике, и у нее есть чему поучиться. Но другого пути освоить какую-нибудь профессию и не найти. В Неаполе нет производственных училищ, и детям из бедных семей приходится идти в люди. Quanti anni hai? 12 anni. Hai già finito la scuola? Sì. Lavorerai in gas. Этой девочке 12 лет. Год назад она закончила начальную школу, вот и все ее образование. Теперь в течение 3 лет будет обучаться здесь ремеслу обувщицы, чтобы тоже стать надомницей.